настроиться настроились, эхолот опустили, снасть в воде, эхолот показывает. И вот пока самов еще только маним, хочу показать актуальность вот этой моей приспособы, которую я все рекламирую, сделал. Она мне очень нравится. Сделайте, и будет вам счастье. То есть под рукой крепление эхолота позволяет постоянно осуществлять контроль параллельности, направленности глаза, так называемого эхолота, по шнуру, чтобы они шли параллельно, чтобы глаз смотрел на наживку. Тогда будет вот такая картинка на эхолоте. И вот смотрите, что происходит на примере, если вдруг подул ветер, шнур ушел под лодку. Давайте смоделируем ситуацию. Например, глаз ушел в сторону. Глаз смотрит не в то место, где у нас находится наживка. Смотрите, что происходит. То есть особенно узкий луч подвержен вот этому вот эффекту. Наживка сразу уходит из зоны действия луча. Широкий еще как-то ее хватает, а в узком ее уже нет. Поэтому вот эта вот постоянная поднастройка позволяет вам нормально, эффективно вести рыбалку. Вот смотрите, мы поправили. И все прекрасно видим. Наживка, тизер чуть выше и основной груз. Так что вперед!